Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем про редкую породу полудлинношерстных кошек с оригинальным окрасом. Эффектный внешний вид, ум и общительность. Кошки породы турецкий ван привлекают своей яркостью. Возникшие еще во времена средневековья в окрестностях, расположенных вокруг турецкого озера Ван, эти животные были официально признаны только в середине 1950-х годов. А помогла этому случайность. Две англичанки приехали в Турцию, увидели кошек необычного окраса. Животные так заинтересовали их, что они решили приобрести котят этой породы. Вернувшись домой, девушки заметили за кошками одну интересную особенность – страсть к воде. Пушистые любимцы не только не боялись ее, но и сами постоянно просились купаться. Вот их неравнодушие к воде известное. Оно проявляется, но только тогда, когда сам хозяин любит воду. То есть они как бы не сами по себе, они именно ориентируются на хозяина. Кошки породы турецкий ван имеют крупные размеры. Их вес обычно составляет от 5 до 10 килограммов. Длина от носа до кончика хвоста колеблется от 90 до 120 сантиметров, а высота в плечах достигает 35-40 сантиметров. Тело у кошек этой породы мускулистое, удлиненное, с хорошо развитой грудной клеткой пловца. Шерсть у турецких ванов мягкая, на ощупь напоминает кашемир. Кроме этого, она водонепроницаема. Длинношерстная порода. У нее очень развита сезонная шубка, то есть летом они совсем почти гладкие, зимой они обрастают длинной шубой. Но в отличие от сибиряков, у них шерсть не трехслойная, как у сибиряков, а она однородная. То есть подшерсток не выражен, он такой же, как кость, он такой же мягкий, как кость, и ось мягкая. Вот. Но за счет этого создается как бы обтекаемость. То есть эту шерсть, несмотря на то, что она тонкая, ее очень трудно промочить, потому что сцепляется она между собой, и с нее просто скатывается вода. Кошки породы турецкий ван верные и любящие, они обожают ласку. При этом они умны и своенравны. Воспитывать представителей породы нужно с самого детства. Турецкие ваны легко поддаются дрессировке. Они довольно строптивые, и их надо, в общем-то, воспитывать. Их нужно с детства приучать, что хорошо, что плохо. Но не силой, а, так сказать, они слова очень хорошо понимают. То есть вот иногда достаточно сказать, что вообще это нехорошо делать, как они уже реагируют. Уход за кошками породы турецкий ван не сложен, их достаточно расчесывать только раз в неделю. Также хозяевам представителей породы стоит следить за зубами питомцев, чистить их не реже двух раз в месяц. А вот поддерживать хорошую форму турецкому вану поможет питание, богатое белками и углеводами. Средняя продолжительность жизни кошек породы турецкий ван составляет 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!